Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу вам карту КССАУ для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, наверное, многие, кто играл в КС, играли именно на этой карте, но я точно играл на этой карте. Мы появляемся около такой машины, где нам предлагают два путя. Мы можем проникнуть либо с правого, либо с левого входа в большое здание, где у нас находится террорист вместе с нашими заложниками. К сожалению, здесь нет такой лестницы, которая вела на второй этаж. Ну, мне кажется, разработчик этой карты потратил очень много времени на возведение зданий, которые используются как ландшафт. Ну вот да, второго этажа, к сожалению, нет. Но зато мы бежали вот так, брали оружие, бывало прицеливались. Может быть, кто-то там был. Если никого не было, мы бежали дальше, поднимались по этой лестнице, осматривались и бежали дальше. Заходили сюда и спасали наших заложников. Они были здесь и здесь, как я помню. И после чего мы должны были их увести. Здесь у нас стояли камеры, в которые террористы могли смотреть. Но это было все в КС 1.6, да. В Сурсе это все убрали. Я не знаю зачем. Может быть, это было как бы по-честному, может нет, но все же их убрали. Но был и второй ход. Вот это вход через гараж, в который мы могли зайти вот сюда. И могли зайти на дорогу, да. Я не знаю, можно ли было сюда входить, но некоторые игроки там были. Вот такие коробки. Сзади красной коробки мы могли подняться наверх. Да, это возможно здесь есть тоже. Поднимаемся. После чего мы забирались на крышу, либо сидели на крыше, либо уходили вот сюда. И мы могли выбрать два путя. Спуститься сразу к заложникам, либо маленько пошалить, спустився по другому ходу. Вот другой ход. Для этого нам нужно было пойти всего лишь прямо и выйти на главную дорогу, так сказать. Ну что ж, очень прикольная карта, скачивайте. Это настоящая КС в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.